Твери продолжается ремонт площади Копошвара. На объекте приводятся в порядок тротуары, обустраиваются новые, удобные для маломобильных граждан бордюры. На днях ход работ проверила руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Подробности в нашем сюжете. На площади Копошвара в Твери полным ходом идет ремонт тротуаров. Раньше здесь стоял высокий бордюр, и пересечь улицу людям с особыми потребностями, мамам с колясками и пенсионерам было очень сложно. Теперь подрядчик ликвидирует порог между тротуаром и пешеходным переходом. Благодаря ремонту площадь станет действительно удобной для всех жителей Твери. Это то место, которое, на наш взгляд, должно быть максимально комфортным, ну и показательным, да, в отношении того, как должна выглядеть среда. Что ценно, да, то есть, что у нас очень такой отзывчивый, очень ответственный партнер-подрядчик, который работает с этой территорией. И сегодня мы такой большой делегацией прошли, чтобы все нюансы учесть. Лидер тверских волонтеров Юлия Саранова приезжает на площадь уже не в первый раз. 26 августа к инспекции присоединилась и депутат Тверской городской думы Светлана Козлова. Она лично протестировала отремонтированные участки. Есть, где сделано очень хорошо, то есть плавное прям занижение вровень. И что мне хотелось бы отметить, что появилась тактильная плитка, что тоже немаловажно. Это необходимо для слабовидящих, для слепых людей, чтобы было, да, ну, чтобы они могли безопасно передвигаться по пешеходным переходам. Вот. Есть некоторые моменты, которые нужно еще доработать, вот, но мы не останавливаемся на достигнутом, работаем. Делегация прошла всю площадь по кругу, причем внимание уделялось не только подходам к пешеходным переходам, но и тротуарам в целом. Для того, чтобы среда качественно преображалась, это должны быть комплексные решения. Даже сейчас, когда мы видим, что ремонтируются дороги в очень большом объеме, в этот момент тротуары, да, остаются пока без внимания, а чтобы было качественно, да, вот занижение бордюрного камня выполнено, мы уже сегодня обсуждали, что это важно делать вместе с ремонтом дорожного полотна. Работы на площади Копошвара продолжатся. Напомним, что в муниципалитетах Тверской области в этом году по проекту формирования комфортной городской среды должны благоустроить 100 объектов.